Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня мы с вами делаем йогурт. Йогурт мы сегодня будем делать с вами из такого вот. Здесь у нас йогурт Тольятти молоко. Йогурт натуральный. Кстати, он очень безумно вкусный. Мне прям он понравился. Хотя я не очень хорошо относилась к этому бренду, но мне он понравился. И, конечно, также нам понадобится вот такое молоко. 3,2% пестравка. Ну, я люблю вот это, если честно. И, конечно же, тарелочка. И все это делать мы с вами будем в мультиварке. Вот такая чаша нам понадобится. Мы с вами молоко, можно даже холодное. Вливаем в чашу. И немножечко в тарелочку. Вот остальное в чашку. Берем наш йогурт. Тоже холодный. Опа. Он, кстати, без комочков. Он прям такой хорошенький. Он весь такой прям жиденький. Вот. И сюда кладем молочко. Я думаю, наверное, положить 3 ложечки. 2 и 3. Все это перемешиваем до однородной массы. Самое главное, чтобы здесь было, не были комочки. Если здесь у вас будет с комочками, или йогурт будет с комочками, то у вас и вся масса будет с комочками. Здесь вроде бы нету. Так, и теперь вот это все мы выливаем сюда. И здесь тоже все помешиваем. Теперь все это ставим в мультиварку на программу йогурт. Все это закрываем. Йогурт 8 часов. Наверное, даже прибавим до 10, а там будем проверять, посмотрим. Старт. Все, ждем. Есть. Да. Ну, смотрите, получилась вот такая вот красота. Можно снизу так подымать, подымать. Это малиночка у нас. Варенье малины. Очень, кстати, вкусно. Ням-ням.